чипа, когда он перенесет в обратку. И контратака. Thank you.
раз Борисова дарит ей возможность. Еще такой перехват просто в руки. Сейчас. Да, ну и рисок забивает. Марковый мяч отдали. Балканские игроки любят спасибо. Можно и бросить. Сара Ристовская ставит точку в этом матче. 33-15. Крезлин Скайте. Ристовска сама. Ох, какой боковой бросочек получился. Обошла она. Дает она все равно достаточно много. Ну и вот она сейчас вот там второго единственного проблема. Ну если вы визуально будете смотреть, конечно, у игроков ЦСКА есть преимущество в росте, поэтому, наверное, нет нужды. Ну а что, встречать-то появились ростовые данные у Ристовска, и терпение на них прыгнуть. А что теперь? Да, хорошее завершение. Правая самая, вторая Ристовска. Пассив Никитонка мячом забивает. Побежала соперница. Сейчас она блокирует, 5 блоков у нее было до сей поры. Ристовска ближний, ну сейчас немного повезло все. Сила вернулась в оборону, Кашлова. Ристовска, гол, 29-25. В этой игре 23-10 еще третьего по шестой. Ох, перехват! Настя Листопад ошиблась. Атаку получаем в свои ворота. И легко 91-й Сара Ристовска доводит счет от... Спортсменки есть у нас, и в принципе должны быть. Да нет, уже так, от беспомощности Настя попыталась здесь совершить этот бросок. Вот тебе, пожалуйста, легко очень разбирается с нашей обороной. А ну нет, нельзя рисковать. Ну что ж, Трубина захотела обмануть, но теперь получает. Легко разбирается 91 номер, нельзя. С нарушением останавливали мы. Набрасываем. Свои родящие броски отправляет в серию. Не стал исключить. Забрасывает. И сразу переходит в вратарь. Самойленко. Ристовска очень-очень большие пространства оставляет майковская оборона. И с легкостью...
Да, и прям загонял вратаря Полину Каплину Ян Лесли. Постоянно она несет на замену. Теперь обратно возвращается. Далее, ну, вот,